сегодня гастрономический ужин с дорогим удовольствием. Гастрономический ужин с дорогим. Журнал «Дорогое удовольствие» пригласил всех дорогих гостей на замечательное мероприятие, которое проходит в ресторане «Сотка». Мы решили провести этот ужин в качестве такого ликбеза, да, гастрономического для жителей города Хабаровска, чтобы они могли познакомиться с кухней ресторана и в том числе узнать, что такое новая русская кухня. Это очень патриотично, это очень модно, это новый тренд, новая русская кухня. И я думаю, что все скоро будут есть новую русскую кухню. Гастрономический ужин с моим любимым журналом «Дорогое удовольствие». И очень приятно, это прекрасный повод отдохнуть, познакомиться с новым местом. Наши гости сегодня выступают в качестве экспертов, оценивают наши блюда, дают нам рекомендации, которые впоследствии мы планируем учесть и улучшить качество наших блюд для них. А мы будем дегустировать блюда и, я так понимаю, выставлять баллы. Дегустация, конечно, новых блюд. Какие-то новинки, которые мы еще не пробовали, потому что место новое, и нам, конечно, это очень интересно. Для меня это способ попробовать новое, новое неизведанное и помочь своим экспертным мнением об этих новых блюдах ресторану сделать свое обслуживание еще вкуснее и лучше. Гастрономический ужин – это возможность испробовать какие-то неизведанные блюда в сочетании с изысканными напитками и получить от этого какое-то гастрономическое же удовольствие. Гастрономические туры мы с девочками всегда по Европе проводим, но когда они проводятся на месте, это вдвойне приятно, потому что сама подача очень интересная и не всегда известен состав блюд, которые мы пробуем. Да? А если об этом еще или повар, или человек, который в этом разбирается, рассказывает интересно, хочется, знаете, так взять инструменты, пойти на кухню приготовить. Я думаю, что те гости, которые сегодня собрались, это те люди, которые побывали в многих городах и странах, и которые много чего пробовали. И как раз наш вечер нацелен на то, чтобы наши гости посмотрели, оценили, попробовали меню ресторана и сказали свое веское слово. Мы попробовали холодные закуски, и сейчас мы уже приступили к горячим закускам. Ожидаем основные горячие блюда в большом предвкушении. Очень все вкусно, интересно. Очень понравилось желе из свеклы, наш дальневосточный лосось, ну и сезонные овощи, поданные на гриле под таким интересным соусом песто. Конечно, было очень вкусно. Уникальное, удивительное желе из свеклы. Да. Это было что-то прям такое из разряда вау. Вот это, наверное, и есть новая русская кухня. Компания «Двой Амур», официальный дистрибьютор напитков на территории Хабаровского края. Мы представляем торговый дом «Золотая Русь» и хотели бы для красивейших женщин Хабаровска представить показ новейших ювелирных украшений. Где дорогое, там всегда-всегда все на высоте. Очень красивые гости, безумно красивые женщины. Очень приятно пообщаться с образованными, интеллигентными людьми и вообще побывать в таком, ну, просто приятном обществе.
«Дорогое удовольствие» умеет организовывать мероприятия. Вот. Мы очень рады, что они на самом деле организовали его у нас в ресторане. Этот журнал собирает все передовые технологии, все самое лучшее в городе. Мне кажется, мы одна команда. Да. Может быть, я, конечно, громко заявляю. Мы каждый месяц видимся. Я с огромным удовольствием работаю с Антониной. «Дорогим удовольствием» мы очень-очень давно знакомы. Мы очень любим друг друга, дружим. «Дорогое удовольствие», мы вас любим. Приглашайте чаще. Спасибо команде «Дорогого», спасибо журналу за такой прекрасный вечер. Ну и спасибо новому ресторану за то, что нас всех здесь собрали. Нужно больше пробовать, больше экспериментировать. И «Дорогое удовольствие» всегда стремится открывать новые форматы для наших гостей.